Всем привет, друзья, с вами Андрей Братский, и мы приступаем к прохождению Far Cry 5. 15 февраля 2019 года вышел Far Cry New Dawn, это прямое продолжение Far Cry 5, и я не смог просто писать вторую часть, не пройдя первую. Надо сделать все правильно. Коротко об этом прохождении. Здесь будет пройдено все на 100%, мы выполним основные дополнительные задания. На сборы какие-нибудь заморачиваться сильно не будем, но сюжетные миссии и допы во всех трех регионах мы обязательно выполним. Полностью игруху я не проходил, но ознакомился с большей ее частью, так что думаю, геймплей должен вам понравиться. Буду стараться по максимуму пройти без смертей, но не обещаю, что какие-то нелепые моменты могут приключиться. Ну, буду стараться. Присоединяйтесь, я думаю, будет интересно. Давайте выберем персонажа. Играть будем за парня. Сейчас мы сделаем ему какую-нибудь выделяющуюся яркую внешность и приступим. Вообще, в сюжетных играх я не очень люблю создание персонажа. Я считаю, главный герой должен быть классно прописан. Ну тут, знаете, она все-таки рассчитана на в сюжетную кампанию внедрен сетевой режим. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. То есть ее можно полностью всю проходить в кооперативе. И в угоду этого, конечно, они сделали минимальную, но возможность создать героя. Сейчас мы сделаем своего и приступим. Проходить, конечно, я буду один, дабы никто не мешал. Мы четко будем двигаться. Я приблизительно нарисовал себе маршрут, по которому будет все происходить. Затягивать не буду. Сделаю максимум быстро, ну и максимум, надеюсь, интересно для вас. Монтана. Страна холмов и гор. Штат сокровищ. У Монтаны много названий. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметить человеческую подлость. Добрый день, брат. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта. Натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы, потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. Никто не спасет. Вообще никто. Требуют, чтобы мы спасли эти заблудшие души, хотят они того или нет. Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить нам. Другие — разрушить все, что мы с вами создали. А третьи — предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Кто? Их лидер. Иосиф Сид. Для них он — отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Они слепы. Прошу, нет. Но они прозреют. Эй, ты! Да, ты! Без меня тратишь время, тут нет сигнала. Пересекаем Хинбейн. Твою мать, вот он. Чертов ублюдок. Господи. Теперь мы в стране эдемщиков. Еще долго? Тебе хватит времени, чтобы передумать и развернуть вертушку. Хотите, чтобы я проигнорировал ордер, шериф? Нет, сэр. Я хочу, чтобы вы лучше понимали эту ситуацию. Иосиф Сид. Не из тех, кого можно припугнуть. У нас с ним уже были стычки, секта не всегда идет навстречу. Я думаю, иногда лучше оставить все как есть. Да, но закон един для всех, шериф. Иосиф Сид не исключение. Брат, а вызови-ка диспетчера. Есть. Уайтхорс диспетчеру, прием. Дайер.
Мы приближаемся к поселку, Нэнси. Прием. Ясно, шериф. Ты еще не передумали. Прием. Нет. Мы, к сожалению, еще пытаемся вразумить нашего друга Маршала. Прием. Ему повезло, что меня нет. Если что, обязательно дайте мне знать. Прием. Понял тебя. Отбой. Может, стоило взять с собой Нэнси, а не этого салагу. Сектанты бы обосрались. Брат. Кто такие эти эдемщики? Секта врата Эдема, поэтому эдемщики, так их зовут местные. Пару лет назад казалось, что проблем от них не будет, но сейчас они вооружены и рвутся в бой. Вы боитесь, шериф? Прибыли. Поселок под нами. Последний шанс, Маршал. Мы садимся. Сажай! Брат, понял. Диспетчер, слышишь меня? Если через 15 минут не выйду на связь, вызывай всех. Если придется, вызывай нас в гвардию. Прием. Так точно. Я вас помолюсь. Слушайте все. Три правила. Держитесь рядом, не доставайте оружие и помалкивайте. Ясно? Понял. Талага. Внимание. Не зевать. Идем. Так нам передают управление. Стоит, конечно, первым делом отметить... Церкви, не отставай. Отметить картинку. Она здесь потрясающая. Графика, конечно, невероятная. Спокойно, ладно? Что они здесь делают? Тихо! А ну, успокойтесь! Вас это не касается. Не вмешивайтесь! Шериф, дело плохо. Все в порядке, Хадсон. Все в полном порядке. Боже мой. На вас есть значки, верно? Да, но здесь не особо уважают значок шерифа. Зато ствол они будут уважать. Не все проблемы можно решить оружием, Маршал. В игре, кстати, три концовки. Одна секретная и две обычные. Финально. Хорошая и плохая, грубо говоря. Вот, но здесь все размыто. Обязательно покажу, запишу все эти финалы. Но пройдем мы, по моему мнению, на хорошую концовку. Тихо, Маршал. Первое дело. Лучше сделаем, по-моему. Без шума. Спокойно. Ясно? Ясно. Хадсон, двери. Прикрой нас. Сюда никто не должен войти. А ты со мной. И да, ну, не наделай там глупостей. Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Все хорошо. Что-то случится. Вы чувствуете, да? Что мы приближаемся к краю пропасти. Что грядет час расплаты. Вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Они придут. Чтобы забрать все. Забрать оружие. Забрать свободу. Даже веру. Но мы им не позволим. Шериф, ну, еще рано. Не позволим их жадности, их безнравственности, их порочности одержать верх. Шериф, мы больше не будем страдать. Спокойно. Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперед и держите руки перед собой. Нет. Вот они. Саранча в нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим. Спокойно. Оружие сейчас ни к чему. Вы! Так, всем стоять. Пушки на землю. Всем стоять. Пушки на землю. Успокоились. Мы ждали этого момента.
и мы подготовились. Все. Все. Бог не позволит им забрать меня. Я видел, что Агнец снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырех животных. Иди и смотри. Выйди вперед. Я взглянул. Защитит меня. Салага, браслеты на него. Иди сюда. Иногда разумнее всего просто уйти. Пошли. Вперед, мы пойдем справа. Понял. Мы не позволим. Не сходи с пути. Очень жестко выглядят типы, и вообще атмосферка достаточно напряженная. Отец! Назад! Назад! Док! Что ты делаешь? Реально отмороженные фанатики. На такое задержание троем отправляться. И как вообще, ну, четвером, как вообще допустили, допустило правительство нечто подобное, что произошло в регионе. Ну, это, конечно, все выдуманная история, но знаете как? Такое может и случиться, если запустить дела. Блин, ну эти сектанты, они просто отбитые наглухо. Посмотрите, что они творят. Вот сейчас вообще безумие пошло. Да, жесткая игра 18+, кстати, очень будет показано с яркой эпизодой. Насилие, вот так. В данном случае, реально, мне это напоминает зомбаков. Головой под вентилятор, под пропеллер. Под вин залез. Совсем не все в порядке, Нэнси. Мы вертормахами висим, по всей видимости, где-то. Сказал, что Бог не даст меня забрать. Прошу, скажите, что там случилось? Диспетчер. Ох, Боже. У нас все хорошо. Не надо никого звать. Да, отец. Храни тебя Бог. Никто не придет на помощь. От
сын спасен под сенью крыльев Господа. Все идет согласно плану Господа нашего. Я все еще с вами. Первая печать сломана. Коллапс начался. Мы возьмем все, что нужно. И сохраним, что имеем. Мы убьем всех, кто встанет у нас на пути. Они, вестники утра, узрят истину. Нужно валить отсюда. Да начнется жатва! Нужно валить. Не трогайте. Жестко, жестко. Первым делом они хотят забрать девчонку. Я представляю, что с ней здесь может произойти. Так, шерифа у нас нет. Его уже куда-то вытащили. Или он вылетел, он выполз где-то по пути. Так, маршал тоже освободился. Ну и наша очередь. Дайте мне нажать кнопку. Пора валить. Здесь огонь. Так, кстати, начало напоминает... Ну, в данном случае, конкретно, выбраться, крестик. Напоминает вот этот побег, напоминает Far Cry 3, в общем-то, как и главный антагонист, напоминает мне в третьей части, так, куда бежать? Тут у нас идет подсказка, держать L3, чтобы бежать, точнее, нажмите. Так, это костерок, маркера не хватает. Вот, давайте к этому дому. Даже оглядываться не буду. Скрытность. Когда противник вас видит, индикатор обнаружения постепенно заполняется. Если он заполнится и начнет мигать, значит вас обнаружили. Незаметно подобравшись вплотную к противнику, нажмите R3, чтобы бесшумно выполнить быстрое убийство. Так, удерживаем. Ну, вот у нас противник. Давайте. Потеряли они нас из вида. Вот, так там тоже начинается все с побега. Я нашел. Нашел Мэтью. Все плохо. На него напали. Он мертв. Грешников нужно найти. Встретимся на лесопилке. Буду ждать там. Мне нужна помощь. Грешники могут быть где угодно. Вы слышите? На лесопилке неприятности. Помоги мне, отец. Защити меня от коллапса. Направь мою руку, и я сражу всех, кто угрожает проекту. Иди сюда, никого ты уже не остановишь. Так, Мэтью, вон его напарник лежит. Тут можно, кстати, кнопкой R3 переносить тела. Еще один пистолет. Он где-то здесь. Так, возьмем металлическую трубу. Давайте быстренько осмотримся. О, еще и бейсбольная бита. Коробка. Долго задерживаться нам тут нельзя. Давайте, я не знаю, в окно, куда дальше просто. Щит слишком высоко тут. Казалось, можно даже корягу оторвать. Так, какой-то еще тут у нас блокпост, то ли просто пункт обзора. Встретись с маршалом в доме. Давайте обойдем. Правильно, будем действовать скрытно. Потому что мы все-таки как-никак в меньшинстве. Знаете, тут лесными тропами, как эльфы. Я практически леголаз. Так. Встретись с маршалом в доме трейлера. Это здесь. Да, почему решил проходить, друзья, с озвучкой? Потому что на 100%, конечно, будет скучновато, если я не буду комментировать. Хотя я люблю все-таки записывать игры больше без комментариев, но многие люди иногда жалуются, что не хватает комментов. Я думаю, это именно тот случай, когда комментарии лишние. О, боже мой! Ты... прости! Думал, тебя схватили! Пошли! Пошли! Давай, проверь тут все. О боже, ничего себе, твари, мы посадим всю эту семейку,
всю семью. Долбаные психи! Мы выберемся отсюда. Но сначала нужно оружие. Держи. Так, делаем вот что. Там есть дорога. Едем по ней на северо-восток. До Мизулы всего пара часов езды. А потом мы вернемся сюда с Национальной гвардией и уничтожим всех. Так. Видел я аптеку, кстати, на полке, где он взял бумажку. Снова нам передают управление. Где враг? Где враг? Пока что никого не вижу. Зацепил одного. Долбаные психопаты. Где ты? Где нужна помощь? Мне нужна помощь. А ну-ка всем. Ну-ка, там жестко. Метко попадает. Кстати, стоит отметить отзывчивость управления. Очень все круто, но я немного... Заряжаем. А они туда не совсем нет. Поначалу, конечно, с первым оружием, которое нам дают, без улучшений, не все так просто. И, кстати, еще стоит отметить, что здесь есть автодоводка. Она помогает, но не всегда она помогает. Когда он пошел, прикрываю. Он меня оставил. Ух, там с дробовика как меня лупанули. Что делать? Эти нападения сектантов. Что он там орёт? А он заводит машину, друзья. Восстанавливается потихоньку здоровье. Кстати, начало игры очень сложно. Гасишь машину, быстрей. Отступаем. Пошел вон. Ты как там? Очень сложно и очень напряженно. Начало реально крутое. Вот так должен начинаться любой блокбастер. И на этом уровне он должен держать, знаете, темп не сбавлять. Но, к сожалению, в играх с открытым миром редко такое бывает. И Far Cry не исключение. Но тем не менее. Да избавляюсь. Господи, нам... Держись! Придется съехать с дороги! Придется съехать. У меня всего там аптечек. Всего ничего. Давай, давай. Учитель от Бога. Все, блин. Грузовики есть ящик с динамитом. Используй его! Я стараюсь. Живо, я стараюсь. Ящик с динамитом. R1. Чтобы бросить. Да что ж такое, попасть не могу. Гляньте, как у нас. Все мимо и мимо, я действую, динамит уже закончился, по-моему. Что, блин, самолет? У них еще и самолеты есть? У них здоровья нет. Что делать? Что делать? Впереди, впереди, я вижу, впереди стреляю. Аптек нет. Ушел этот. В голову. Пошли вон. Справа, слева. Пошел вон. Коровы. Справа, вижу, справа. Блин! Да и не говори, долбаные психопаты, давай! Дерьмо! Впереди! Да они издеваются! Ушел? Пулеметчика я снял! Нет. Как он успевает попадать? Фух! Друзья, фух! Это было круто!
И если вы согласны со мной, то я надеюсь, вы поставите палец вверх. Не забывайте, кстати, это делать, комментируйте, благодаря вашим отзывам и, опять же, положительным или отрицательным эмоциям. Я понимаю, нравится ли вам контент и что мне делать дальше. Поэтому я всегда расположен к диалогу. Жду беседы. А тем временем мы выбираемся из перевернутого грузовика, который попал в реку. Потрясно. Потрясно. Начало просто с открытым ртом. Я наблюдал это, переигрываем. А смотрю, очень мне нравится. Так, маршала нашли. Да и нас тоже. Дети, возблагодарим Бога. Возблагодарим Бога. Я предвидел, наконец, который я предвидел. Все, что я предсказывал, сбылось. Стражи порядка, что хотели разлучить нас. Их всех передали в нужные руки моих родных. Почти всех. Что происходит? Они перекрыли дороги. Они оборвали провода. Они лишили долину связи с внешним миром. Короче, мы все в полной жопе. Проклятый коллапс. Они верят, что грядет конец света. Они ждали его. Давно. Ждали того, кто придет, чтобы осуществить пророчество и развязать священную войну. Ну, у вас получилось. Разумнее всего было бы отдать тебя им. Черт. Снимай свою форму. Ее надо сжечь. Там чистые вещи. Как переоденешься, приходи ко мне. Будем думать, как нам вылезти из этой жопы. Видать, он задумался только что, как это им сделать, как именно вылезти, потому что такую паузу выдержал. Итак, друзья, мы переходим ко второй части геймплея. Помимо зубодробительного экшена, здесь у нас есть гринд. Он, конечно, такая лайт-версия, знаете, очень все быстро как бы делается. Даже охота на животных, ну, немножко дальше, освеживать тушу животного не так, как это было, допустим, в той же третьей или четвертой части. Мы очень быстро все будем делать. Что касается главного антагониста данной игры, я хотел сказать, что он похож на, опять же, антагониста из третьей части, на Васа. Вот, закончу все-таки мысль. Так, выбираем своего героя. Давайте, знаете, как по стандарту. По стандарту, вот чистый европеец, вот такой цвет кожи, ну, самый обычный, яркий. Потом по прическам у нас тут идет этот цвет волос и то, что у нас, растительность, которая у нас будет на голове. Вот, как я и говорил, не очень большой выбор, потому что, ну, то есть она есть, кастомизация персонажа, но она минимальная, то есть чтобы вы могли немного отличаться от своего напарника, скажем так.
Давайте, знаете, новомодную эту прическу сделаем вот такого плана. Просто если я оставлю его лысым, как я хотел сделать изначально, он, знаете, будет один в один, как и все, как большинство тут персонажей. Давайте сделаем вот так, седым немного этого дядьку, подтвердить, что у нас ноги. Кстати, по мере прохождения, если вы подключены к Ubisoft Club и... Ну, вы будете получать специальные бонусные предметы за это, за выполненные действия в игре. Давайте вот эти штаны. Мне нравится, мне что-то хайки. Давайте такой попроще, чисто городской вариант. Вот, торс, какая рубашка у него будет? Рубашки или футболки? Так вот, за выполнение определенных действий, если вы подключены к Ubisoft Club, вы будете получать специальное оружие бонусно, получать плюшки для Ubisoft Club, там очки, за которые вы можете покупать скидки и так далее. И... соответственно, одежду. Давайте красную, наверное. Мне нравятся вообще рубахи в клетку. Это чисто такой американский, знаете, стиль. Вот. Ну, и эта футболка вообще из флага пошита. Давайте вот эту красную. И вообще атмосфера игры мне очень нравится. Здесь все так, знаете, сделано. Вот американская глубинка, честно признаюсь, она просто мне немножко близко в плане того, что это напоминает наше, знаете, село, только с более... более оккультуренная, что ли. Дома получше, дороги, то есть, но я как украинец, мне близко, знаете, все вот эти вот, вы поняли, я думаю. Так, что касается рук, тут можно одеть перчатки, либо нет, давайте вот эти, мне нравятся, такие, знаете. Потом можно будет поменять, это скелет они называются, и вот эти прикольные. Не, давайте скелет. Вот так, парень у нас серьезный, все, готово. Подтвердить. Готов персонаж, продолжаем игровой процесс. Давайте здесь осмотримся. Очень много деталей, с какой любовью и... я представляю, с каким трудом все это делали люди из Ubisoft. Но они молодцы. Эй, меня кто-нибудь слышит? Сектанты налетели, как саранча. Бросают людей в грузовики. Ну-ка, взаимодействовать, что это? А, это выключить. Не, я хочу слушать. Эй, меня кто-нибудь слышит? Да, я слышу. Сектанты налетели, как саранча. Бросают людей в грузовики. Хватают еду. Вокруг грохочут выстрелы. Люди гибнут. Прошу, помогите. Не знаю, сколько мы еще протянем. Если у вас есть оружие, мы ждем вас в Энди. Иоанн решил занять город. Сектанты выжили из ума. Они убьют всех. Если кто-нибудь слышит, мы с пастором Жеромом сделаем все, что сможем. Они не возьмут живых. Кстати, очень затянутые диалоги тут на самом деле. Так, мы нашли еще аптеку. Это хорошо. Ну, по-моему, это все, что можно получить в этой комнате. Продолжаем исследование. Вот у нас тут еще какие-то спальни. Да, я буду зачитывать документы все, которые найдем. Письмо от Hope County Chronicle. County Chronicle. 13 октября 2014 года. Уважаемый мистер Рузвельт, я хотел бы взять у вас интервью и поговорить о вашей недавней размолвке с правительством из-за дождевой воды. Насколько я понимаю, вы подавали запрос, но его признали недействительным, что привело к заключению и судебному разбирательству. Нужно подтвердить ваше заявление в суде, что право на воду дано нам Богом, и власти крадут наши ресурсы и землю. Мы должны защитить свои права и свободы, вы действительно сказали судье, можете не сомневаться в том, что я вас не уважаю. Дайте знать, если согласны на то, чтобы я записал вашу историю. Джеб Бойт, Hope Country Chronicle. Дело в том, что знаете, какой момент? Вообще тут, конечно, все выдумано, вот эти вот... Вот эта секта, да, то есть, и, ну, соответственно, полностью сюжет. Но вы знаете, оно немного граничит с реальностью. Если, ну, такое может произойти. Знаете, в жизни может случиться все, что угодно. И, знаете, нет черного и белого. Казалось бы, давайте, кстати, вот эту пока дверь. Нет черного и белого, и даже наш главный антагонист, он, получается, не настолько он ужасен, как это мы сможем выяснить под конец игры. Письмо Дачу, 27 апреля 2015 года. «Папа,
Я получил твое письмо. Здорово, что обвинения сняли. Мы попробуем заехать летом. Рики хочет показать тебе, как он катается на двухколесном велосипеде. Но у Анны много работы в колледже. Я знаю, что это много для тебя значит, поэтому мы постараемся. Только давай без разговоров об учении на дому, ладно? Нам с Анной это не по душе. Да и школа на Саут-стрит одна из лучших. И обойдемся без шуточек выживальщиков. Рики, они нравятся, но Анну выводят из себя. Спишемся, Робби. Так, ну давайте поговорим теперь с нашим спасителем. Есть кто-нибудь? Что он нам расскажет? Мэри! А давайте, пока он поговорит, Джером, еще осмотрим доску, что тут есть. И Иаков Сид, солдат. Самый старший из Сидов, руководит обучением солдат в горах Уайт-Йейл. Ну, такие чисто американские названия, тут надо правильно их произносить с произношением сорян. Как получается, так и говорю. Его девиз «Жертвуй слабыми». Судя по всему, балуются психологическими экспериментами, ходят жуткие слухи о людях, которые бросаются друг на друга по поводу и без. Говорят, он ответственен за создание чудовищ, которых сектанты называют судьями. Что происходит? Эй! Дальше. Иоанн Сид, креститель, самый младший Сидов и, наверное, самый жестокий. Отвечает за пополнение рядов сектантов. Метка, очищение, исповедь, искупление. Эти четыре шага ждут каждого будущего члена секты. Врата Эдема, если, конечно, ему удастся выжить. Требует от своих последователей признания силы слова «да» и использует эту идею, чтобы заставлять их делать все, что он пожелает, полный и бесповоротный псих. Прошу, дальше. Ответьте, если слышите. Так, то у нас это Вера Сирена. Трудно сказать, откуда она взялась, однажды просто появилась здесь, и все. Способна запудрить мозги любому, лгунья и манипулятор. Стоит расслабиться, и она отравит твой мозг с помощью блажи. Каждый, кто оказывается в районе реки Хэнбэйн, либо умирает, либо отправляется проходить путь веры и становится одним из безмозглых ангелов, которые делают за сектантов всю тяжелую работу. Прием! Ну и, конечно же, Иосиф Сид, отец. Иосиф Сид – лидер проекта «Врата Эдема», который верит, что грядет великий коллапс, а он сам – современный Ной. Иосиф думает, что Господь сказал ему спасти как можно больше душ. Он начал жатву, и его последователи готовы умереть во славу своего отца. Иосиф заставил своих людей построить три огромных бункера, где все переждут момент, когда его пророчество сбудется. Короче, он конченый псих. Так, ну такие вот у нас четыре главных противника. Давайте поговорим. Готов к работе? Готов. Я не успел дай мне задание, дай мне работу. Все зовут меня Дач. Я пытался разобраться, что происходит. Мы в жопе. Мне удалось выяснить, что твои друзья живы. Пока. Их разделили. Каждого передали в руки одного из членов семьи Иосифа. Ясно, что ты хочешь спасти их. Я тоже терял друзей. Но помощи ждать неоткуда. Когда все узнают, что здесь происходит, будет уже поздно. Уверен, многие захотят сражаться против эдемщиков, только нужно показать им как. Мы организуем сопротивление. Для начала мы возьмем под свой контроль этот остров. Когда нам будет где развернуться, решим, что предпринять дальше. В сейфе лежит оружие и карта. Возьми их. Я свяжусь с тобой по рации, как разберешься. Окей. Возьмите оружие и карту. Классно, что отмечено все это маркером. Не нужно долго заморачиваться тут искать. Придурки готовы отдать жизнь за своего лидера-психа. Можно включить-выключить музыку, что прикольно. Музонок здесь, кстати, очень много. Надеюсь, мне копирайты не будут прилетать. Когда мы, вот, допустим, ведем беседу с каким-нибудь персонажем. Она играет на заднем фоне. Так, борьба за воду. Ричард Дач
Рузвельт провел в тюрьме две ночи за неуважение к суду после попытки отстоять свое право собирать дождевую воду в резервуар, принадлежащий штату. Мистер Рузвельт занимался сбором дождевой воды без соответствующего разрешения, что является вопиющим нарушением законов Монтаны, сказал Эдвин Гарсия, заместитель директора департамента водных ресурсов. Мистер Рузвельт намерен оспорить обвинение. Такая вот у нас записка. Эти записи погружают нас больше в мир игры. Давайте послушаем автоответчик. Дач, слышишь? Это Рэй. Что за хрень творится? Мы слышали выстрелы, а до этого взрывы. И клянусь, это был не гром. Бумер никак не успокоится. Сектанты что-то удумали. Долго мы будем их терпеть. В общем, перезвони как сможешь. И береги себя. Читая записки и прослушивая подобного рода сообщения, мы получаем задание. И, конечно же, мы будем останавливаться и слушать задание, ну, и зачитывать, соответственно, записки по мере того, как, ну, помимо того, что мы получаем больше информации о мире игры и о самом сюжете, вот, таким образом мы получаем, соответственно, задание, без этого нам никак не продвинуться дальше. Итак, скорее всего, остается только покинуть бункер. Друзья, на этом мы закончим первый эпизод. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока!